черт, банда, мы дозвонились в рай! Это же просто нечто! Посмотрите, банда, что происходит! Он просто пропадает! Чё творим, бро, меня зовут Серджио, не си, бро, сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь при дреме Суприм банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами! Бро, я не понял, тебе не нравится быть под нами? Не нравится? Я спрашиваю, через нравится? Или же нравится? Так что, бро, вступай в мою Суприм банду, которая очень скоро уже будет над всеми! И да, бро, сегодня у нас непростое видео, именно потому что в одном из прошлых видео, которое вышло уже больше недели назад, я звонил в ад, и вам банда это так сильно понравилось, что вы за несколько часов лишь набрали 3000 лайков, а за 3000 лайков я обещал, что я позвоню в рай. Бро, да, сегодня я позвоню в рай, в тот самый рай. Ну а, бро, для начала я проверю несколько номеров, на которых я могу позвонить в рай. Как мы знаем, их существует несколько. Именно сегодня, банда, мы будем это проверять. Окей, банда, не знаю, как вам, но мне всегда было интересно проверить, и реально существуют те номера, с которыми я могу позвонить в ад или рай. В прошлом видео, банда, мы звонили в ад из этого телефона, а звонили мы с этого телефона только потому, что здесь есть видеозвонок. То, чего нет у многих телефонов, потому что у многих телефонов, да почти у всех, мы можем просто позвонить и говорить вот так. Но в этом, банда, телефоне есть видеозвонок, что очень удивительно, потому что это китайский телефон, и здесь нету передней камеры, фронталки, но зато есть видеозвонок. Тот китаец, который делал этот телефон, очень умен. Окей, банда, но если бы не тот китаец, мы бы не смогли позвонить в ад или же рай, как мы в прошлом видео это сделали. Окей, банда, сейчас на часах 10 часов ночи, почти пол 11, и мы, банда, сейчас с вами будем звонить в рай. Только вот, банды, не знали, у нас это получится, потому что в прошлом видео мы звонили в ад в 3 часа ночи. Днем, когда мы звонили, у нас то не получалось, а вот ночью, банда, ровно 3 часа ночи мы смогли позвонить в ад. А сегодня, банда, мы снова проверим, не получится у нас позвонить в 10 часов вечера. И если честно, банды, я без понятия, ли у нас это получится, но было не было, нам нужно это проверить, и мы сейчас будем это проверять. Звонок в рай. 10 часов вечера, погнали! Окей, банда, существует несколько вариантов, как мы можем позвонить в рай. Это набрать 3 семерки. Как видите, в прошлый раз я звонил на эти 3 семерки, ничего не происходило. И как видите, мы звонили днем, и никто не брал трубки, к сожалению. Что ж, банда, также к этому номеру еще есть такой номер, как 3 пятерки. Мы сейчас вместе с вами их набираем. Окей, я набираю этот номер. Ничего не происходит, он просто скидается. Вообще ничего не происходит, похоже, что этот номер на самом деле не работает. И же нам нужно сдать 3 часа ночи. Окей, я наберу еще вот так. Окей, 10 цифр. И все равно, банда, ничего не происходит. К сожалению, ничего не происходит, у нас не получается позвонить в рай. Но, банда, что если вначале добавить 7? Окей, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот так вот, окей, смотрим. И все равно, банда, у нас ничего не получается. Наверное, нам нужно дождаться 3 часа ночи, и только тогда. И только в 3 часа ночи мы сможем позвонить в рай. И тогда, возможно, это получится. Что ж, банда, ждем 3 часа ночи и звоним в рай. Окей, банда, 3 часа и 4 минуты, мы все же кое-как смогли дождаться эти 3 часа. Хотя это было очень сложно, чтобы не уснуть. Но все же, банда, я смог, я дождался эти 3 часа ночи, именно сейчас, банда, мы будем звонить в рай. Обычно ходит по легендам, что только в 3 часа ночи у нас скрывается вся эта мистика. Что ж, банда, окей, я набираю номер рая. 777. И смотрим, что с этого получится, банда, я набрал номер и... Что? Господи, банда, пошел вызов! Окей, я быстро включаю видеозвонок. Так. О, черт, банда, что это? Кто-то взял трубку, посмотрите! Что? В смысле? Это что, бог? Господи, прости меня, пожалуйста, это настоящий бог или что? Черт, это же Иисус. Черт, банда, вы это видите? О, черт, банда, вы это видите? Это же настоящий Иисус! У него даже на голове висит та самая штука, которую подцепили. Руки раны от гвоздя, когда его прикололи к кресту. О, черт, банда, мы дозвонились в рай! Это же просто нечто! О, господи, банда, вы видите? Мы реально звонили Иисусу, вы только вдумайтесь в это! Да? Хорошо, я слушаю тебя, Иисус. Я просто хотел снять видео, я даже не думал, что я тебе дозвонюсь, прости меня, пожалуйста. Я не хотел, честно. Пожалуйста, Иисус, прости меня, я не хотел. Я не хотел этого делать, послушай меня. Выслушай, пожалуйста, я нечестно, я просто снимал видео. Именно я звонил в рай, я звонил Богу, но и тебе, прости. Я не совсем тот. Я всего лишь обычный.
Пожалуйста, Иисус, прости меня. Я честно, я не хотел этого делать. Прости, я вообще случайно тебя набрал. Я понял, Иисус. Хорошо. Я тебя услышал, я понял, спасибо. Прости меня, пожалуйста, еще раз хочу попросить прощения. Извини, я честно не хотел дозвониться. Я лишь дурачился на камеру, прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Что? Прости. Что помнить? О нет, он знает об этом. Черт. Ты, Иисус, знаешь, что я звонил дьяволу, это просто жесть, бан. Верно. Хорошо, я понял все, Иисус, прости меня, пожалуйста, я больше никогда не буду звонить в другие миры. Да, Иисус, я честно, я больше никогда не буду этого делать. Это была моя ошибка. Я вижу. Я понял. Извини меня, пожалуйста, Иисус, честно, я больше никогда не буду этого делать. Что, что ты делаешь? Хорошо, я понял, Иисус. Я буду следовать твоим указаниям. Только прости меня, пожалуйста. Это просто жесть, банда. К тому, потому что мы реально сейчас позвоним Иисусу. Он просто сейчас стоит и смотрит, он просто меня слышит. Хотя даже не верит, что меня слышит, потому что он не отвечает на мои вопросы. Это реально тот самый рай. Это просто жесть, банда. Он реально сейчас передо мной, он реально сейчас с вами, он просто стоит и шевелится. Это же жесть. Окей, банда, я просто не знаю, как на это все реагировать. Это же реально жесть, мы реально смогли сюда дозвониться. Иисус, прости меня, пожалуйста, за все мои грехи. Я не хотел призывать свою погибшую девушку. Я перезывать своего погибшего отца. Что он делает? Что он делает? Банда, вы это видите? Я понял, это Иисус, прости меня, пожалуйста. Я понял, прости. Черт, меня уже аж начинает трясти от этого. Прости меня, Иисус, пожалуйста, я тебя услышал. Господи, спасибо, я понял все, спасибо. Прости, мне не хотел тебя позвонить, честное слово. Банда, это просто жесть. Это реально просто жесть. Мы, оказывается, реально позвонили Иисусу, только посмотрите, он реально существует. И почему-то мне кажется, что это все вранье. Почему он тогда говорит на русском? Откуда он знал, что я буду к нему обращаться на русском? Это все очень странно, банда. Господь, ты не фейк? Не фейк, точно? Откуда он может знать, что я с Украины? Что? Какое еще время? Что? О, черт. Что, куда ты? Нет, погоди, я хочу еще поговорить. Посмотрите, банда, что происходит. Он просто пропадает. Черт, банда, отключиться, срочно отключиться. Офигеть, банда, это просто жесть, я начала трясти, мацать. Мы все это время разговаривали с Иисусом. Мы реально смогли дозвониться, брат, это же просто жесть, банда, это же просто нечто. Что вообще происходит? И почему именно в 3 часа ночи можем повсюду дозвониться? Это просто жесть, банда, я не знаю, как в это верить. Я до последнего думал, что это все фейк. Но когда он сказал, что он разговаривает на всех языках, я то в конце, как он пропал. Это же просто жесть, это же не похоже на видеомонтаж. Мы реально звонились туда, в рай. Вы только вдумайтесь в это, что где-то это все-таки существует. Это просто жесть. Мне все еще в это не верится. Блин, банда, я просто все еще в это не могу поверить. Мы реально звонились в рай. Это же жесть. Это просто нечто, банда. Что ж, банда, давайте на это видео наберу хотя бы 5000 лайков. Потому что за такой-то звонок, я думаю, точно можно набрать 5000 лайков. Ведь, банда, если каждый из вас поставит лайк, то мы только покажем, какая наша сильная супрем банда. Это просто жесть. Я все еще в шоке. Мы реально смогли дозвониться в рай. В прошлых видео мы реально дозвонились в ад, а в этом видео мы смогли дозвониться в рай. Это просто жесть, банда, я все еще в это не верю. Окей, бро, поставь старские лайки, бро, не забывай. Если вдруг ты хочешь вступить в мою супрем банду, то тебе нужно подписаться на мой канал. И только тогда ты будешь в моей супрем банде. Эй, бро, вот, коммент из прошлого видео. Господи, просто вглядись, какие они шикарнейшие. По традиции обнимаю все комментарии, банда. Эй, бро, также в про инстаграм и ВК, все ссылки в описании. Оставайся таким шикарным, пока!